Жилищный кодекс в части организации и проведения капитальных ремонтов внесены существенные изменения. Главное новшество – к 1 января 2014 года регионы должны разработать специальные программы, предусматривающие капитальные ремонты всех многоквартирных домов до 2035 года. Исключение составляют только дома аварийные и подлежащие сносу. Важно, что капремонт может быть как полным, так и частичным. Информация об этом будет открытой и доступной любому жителю округа на интернет-ресурсах.